Так, друзья, это еще не финиш, как мы думали. Выехали на твердое покрытие. Попытался я выключить полный привод. Еще в карьере там что-то с коробкой происходило непонятное. В общем, коробка заклинила, картер лопнул. Двигатель не проворачивается. Потекло масло с коробки, вот оно тут, да, видно вот сейчас. Картер лопнул, Серега залазил. В общем, покатались по полной. Коробка, конечно, полный провал, не знаю. Может, на маленьких колесиках, на легком луазике. Как-то она эксплуатирует ее люди. Ну, насколько я видел, как эксплуатируют, то стараются лишний раз газ не добавлять. В общем, какие-то были проблемы с включением еще в карьере, то она хотела включалась, видно, уже там что-то произошло еще во время гонки. А здесь просто уже, хотя я выезжал на твердое, уже какие-то звуки были посторонние. Ну и тут, видно, все закончилось. Сейчас цепляем за Тойоту, самый надежный автомобиль в мире, и едем на веревочке. Тихо, да? Mm-hmm. Слышь, надо все время с Тойотой вот так ездить. Это нормальный вариант. Во-первых, смотри, расход как у Теслы, даже меньше. Там электричества здесь не будет вообще. Да? Mm-hmm. Что-то у тебя дверь не закрыта, наверное. Нет, закрыта, у меня окно просто. Нет. Нормально? Закрыто. Блин, мигает это, слышь, аварийка в глаз. А, это мы по бездору шли, поэтому так было тяжело, да? Смотри, сейчас все, да, мы сейчас на асфальте. На асфальт выйдем. На резко выйдем. Да, дали сегодня. Ну, песок подтверждает самый. Больше всего на нем поломок, самый жесткий грунт. Ну, да. Хотя мы по песку выехали, да, почти до асфальта. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. Не, понял, что заклинило, что сцепление не работает. Внутри самой коробки. Да, что вал заклинил. Да, вал заклинил. На зубчик попало, правда. Ну, что-то где-то, потому что я выключал полный привод, оставлял передний. Вообще в лазовской коробке можно на ходу переключаться, вообще нет проблем. А оно получается при переключении раз и что-то там. И мы остановились просто. Ну, скорость небольшая была. И мы раз и остановились. Ну, картера хватило, чтобы лопнуть. Ну, картер обычный запорожский, кстати. Ну, да, алюминий. Он у меня есть.
вообще не очень приятная процедура. Ладно, сейчас Жека вывезет нас на большую дорогу с этой, с этих африканских дебрей. А там уже что? Африка, конечно, зачет, но... Да. Короче, надо с коробкой надо что-то решать. Не думали, что мы так будем ехать. Сюда мы 108 шли, да? Да. На этой же коробочке. Не, ну так тяжеловато ей, конечно, но... Но шли. Сейчас уже на большой дороге. Подъезжаем к центру Киева. Вдоль Днепра идем. Там недалеко уже будет. Да, мост, который не построен, но подсветка есть, самое главное, но нормально. Главное, подсветка работает, это все мелочи. Хорошо, идем. Дом близко, да. Пешеходный мост, символ Киева, красота. Так, мост Платона проезжаем сейчас на мост. И мы почти дома. Все. Четко идем. Toyota, надежный автомобиль. Так, Жека пошел в темноту, наверное, в ботанический сад сходить. Надо чуть-чуть Toyota отдохнуть. Радиатор после нескучного и танковой подзабит. Сейчас остынет, поедем. Так, ну что, друзья, долетели мы, все нормально, припарковались, теперь точно финиш. Поломок избежать не удалось. Да, советский автопром, ну, в этом исполнении, конечно, тяжело. Нива в этом плане посерьезнее аппарат в любом случае. Ну, тут коробка, в принципе, рассчитана на монопривод. И отличается она от запорожской только дополнительным узлом, удлиненным валом и узел на полный привод. Остальное все очень слабенькое. Ну, слабенькое, как для таких нагрузок. Так, конечно. Для езды просто по грунтовочке и по асфальту, то как-то работает. Ну что, все, теперь точно всем пока, до встречи. Подписывайтесь. Пока.